Всем привет! Итак, у нас есть немного времени, нет, чтобы выполнить все, парочку заданий. Давайте что-нибудь возьмем. Местный механик предупреждал нас о секте. Даже подготовил... Да ты совсем что ли рехнулся? Местный механик предупреждал нас о секте. Даже подготовил машину и припасы для побега. Секта до него добралась, но в его мастерской могло заваляться что-то ценное. Так, мне интересно, спасибо. У нас есть еще большие, жирненькие задания, которые мы можем выполнять. Так, как минимум одно у нас осталось, да? Йоу, это акула. Мы запланировали пикничок для наших одержимых друзей в трейлерном парке. О, как раз быстрое перемещение есть, прекрасно. Отправляемся в дорогу. Так, ладно. Что это он делает? Развлекаешься вовсю, мужик? Я Карл Великий Виктор Башоу. Ну, если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Моя аппаратура может разгонять до 110 дБ отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. И я не знаю, нравится она им или нет, но отвечаю, выглядит очень прикольно. Не парься, эти ангелы уже покойники. Я просто помогаю им попасть в диско-рай. Хочешь со мной? Будет весело. Обещаю, я никому не скажу. Штаны надевать не обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. А ты возьми... Не знаю, да все что угодно. Сожжем их всех к чертям. Отлично. Потрясающее задание. Так. Это будет круто. Упс. Опа, нет, двоих не задел. Даже добежать не успел. Да зачем они и так падают? Готов. Воу. Ой, вроде бы не попал, но он погиб. Окей. Ладно, ладно. Он тоже не даст мне спокойно пострелять. Ладно.
Блин, мне за эту музыку прилетит опять от Ютуба. Воу-воу-воу-воу! Опс! Идем, 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 идем! Так. Блин, не с этой стороны. Так. О, приветики. Так, без струн отстрелили. Последний остался. Так. Все плохо, все плохо. Патроны на исходе. Случайно, но зацепил. Еще. Я еще одну не отключил. Так, надеюсь, что зацепил. Ну, вроде как да. Давай, давай, давай. Я ничего не вижу вообще. Фух. Приветики. Блин, они все в кучу ложатся тут. Но хоть один упал. О! А ты откуда тут? Да ты здесь! Когда это закончится-то? Да пошло оно все! Где пистолет? Ну, хотя бы так. Все. Фух. Вышло. Вот бы все копы были как ты. Что сказать, амиго? Между нами с тобой прям искры бегают. Мы... Да, мы команда. Ладно, проваливай. Будешь развлекаться с ангелами, зови. Окей, это было круто. Наконец-то хоть вблизи посмотрим. Если бы я получал хоть пару центов.
процентов каждый раз, когда акула обламывается с очередной своей выдумкой, я бы стал миллионером. Впрочем, он отличный боец и не любит сектантов. На безрыбье рак рыба. Ну да, акула веселый чувак, ничего не скажешь про это точно уж. Но у меня абсолютно нет патронов, а это большой минус. Слушай, там что-то сектанты разорались. Так, мне нужно... Вот так вот. Отлично. У тебя тут прямо под боком они все выращивают, а ты даже и не видишь. Так, ну хорошо, с этим заданием мы справились. С чем еще мы можем справиться? Клатч Никсон, но это все трюки, я так понимаю, делать, да? Ладно, мне нужен мой вертолет. Все равно нам надо полностью набрать эту шкалу для начала. Прежде чем мы с Верой встретимся. Погнали. Так. Куда мы отправимся? Давайте попробуем сюда все-таки, да? Разнообразим, так сказать, наши будни. Посмотрим, что у нас здесь. Так, так, так. Так, что-то здесь очень все странно, мне кажется. Где бы мне приземлиться? Я на забор, походу, приземлился. Нормально, ничего страшного. Так, и что у нас здесь? Вниз по гористому склону, прямо в заброшенный город Процветание. Когда Клатч наконец пришел в себя, он решил посвятить свою жизнь каскадерской работе и помощи безграмотным детям и завязать с попытками падения в бездны метафизического ужаса. Его номер спуска в бездну так и не смогли повторить. Хе, понятно. Окей, мы попытаемся это сделать. Про Клатча Никсона всегда прикольно пишут. Спуск в бездну, отлично. Разве ты не видишь? Мне больно. Я верю. О да, вот это экшен. Вот это я понимаю. О-о-о, да. Мне точно от Ютуба прилетит за эту музыку. О,
Оу, oh, е. Yeah. Вот это был опасный маневр. Да. Ой. Yeah. Шикарная получается гонка. Гонка вообще охуительная. Я просто еду вперед и получаю неебовое удовольствие. В камень или в дерево? Ну, я даже при этом умудрился куда-то вписаться. Но это все не важно, главное, что это все равно все охуительно. Баги новые открыли, еще и 200 очков к свободе этой у нас прибавилось. О, это же мы, кстати. Хе-хе. Бетти, Бетти, Бетти. Даже не знаю, с чего начать. А, это Аура. Б, это, к сожалению, не только Бетти, но и Брэд. Брэд, я думал, мы друзья, почти братья. Ненавижу тебя, разве что иногда. Но после переезда Бетти стал моим первым новым другом. Я... не мог не влюбиться в нее, не понимая, почему ты тоже на нее, на нее запал, но для меня это как игла с кетамином прямо в сердце. Серьезно, я хочу, чтобы ты был счастлив, но еще я больше хочу сам быть счастливым. Мы об этом поговорим, может, я смогу убедить Брэда в том, что он супер воин и должен победить секту. Он умрет как герой, и тогда понятно. Вы тут, походу, варите немного. Так, а где мой вертолет? Моего вертолета нихера нету тут. Вот так вот. Да. Серьезно, кто бросает город только ради того, чтобы позлить конкурента? Мистер Эммет Ривз, железнодорожный магнат, как символично. Буквально отказался от процветания, чтобы сплясать на могиле Орейла Фола. Переименовал город Фолс Энд, как это мелко, что за придурок. Этому городу надо придумать новое название, например, Ньютаун, Кирбург, Бартертаун, Дианбу... Ой, господи, ну и название, ладно. Очень сложно. Можно сокровища здесь еще найти, хоть деньгами обзаведемся. Господи, это медведь! Где медведь? О, нихуя себе! Ты че? Ты шваль вообще. Ты прошел по пути. Отец возлагал на тебя большие надежды. Ты не представляешь, как разочаровал нас. Верочка, ну хватит. Почти уже дошли до клада.
Не, мы его не убьем. Там два выстрела придется делать. Когда то здесь была родановая шахта? Что это такое? Поищите в сети. А теперь сектанты устроили здесь склад. Если бы мне хватило храбрости, я бы пошел туда и позаимствовал у них что-нибудь ценное. Если хочешь отправиться в это жуткое место, электричество там, скорее всего, еще работает. Главное найти внутри генератор и включить его. Окей, побочные эффекты. И чё, и как? А, окей. Блаш ждёт тебя. Чё-то как-то неблаженно мне с этого. Странно. Долетел. Что там? Так, а здесь куда? Догони меня, скотина. Понял. Вот и все. Путь в Эдем открыт для тех. Еще очки навыков получили, ну вообще огонь. Я думаю, мы до лагеря еще дойдем, а вот этого впереди, да и хватит. Так, и...
Тихо, тихо, тихо. Так, все под контролем. А где вы его видите, если я тут? Понять не имею, с кем они воюют. Отключим сигнализацию на всякий случай. Да ладно, я типа по стелсу полностью зачистил, ни хрена себе. Вас не заметили, вот это да. Ну круто, круто. Че расскажешь? Хочу. Выживальщики разбили лагерь на пике хищника. Захочешь с ними встретиться, к ним идет тропинка от вышки. Но учти, это в глубине территории демщиков. Понятно. Чё хочешь? Эй, не сможешь помочь? Похоже, демщики заперли кучу ангелов в подвале. Не знаю, сколько их там, но я боюсь к ним подходить. Слишком много моих друзей стало ангелами. Слушай, нужно навести тут порядок. В том числе в подвале. Ты здорово поможешь, если спустишься туда и перебьешь их. Ну хорошо. Твоя храбрость вдохновляет. Так. Ну класс, еще б загорец. Так. Ой. Ну, неплохо. И надо спуститься вниз. Позовите помощь! Я и раньше бывал в передрягах, но не в таких. Ну да, окей. Ладно, это было немножко крипово даже. Раньше я не верил в Бога, а зря. Блажь, смесь, созданная из подаренных нам Богом элементов, превращает ангелов в идеальных рабочих. Любой другой человек, хотя на полном серьезе называть ангелов людьми сложновато, устал бы от такой однообразной работы. И вот ангелы круглые сутки с радостью таскают бочки с блажью туда-сюда. Божественный состав, просто божественный. Понятно. Жизнь в городе — это совсем не для меня. Все, я вам порешал все вопросы. Помогите! Привет, это я. Послушай, ночью заходил Зимб, брызгая слюной, рассказывал о сектантах, типа они травят животных какой-то дрянью, блажь вроде называется. Знаю,
Когда-то он работал на тебя, но он тронулся умом со своими заговорами. Он требует, чтобы мы отказали Сидам и отпустили зверей. Мол, только так можно сорвать планы глобалистов. Мы что, дураки, упустить такую кучу денег? Если он опять придет, а меня не будет, наври ему. Скажи то, что он хочет услышать, и выпроводи. Не дай запудрить себе мозги. Дети, за меня не беспокойтесь, у меня тут семья, новая семья под названием Врата Эдема. Когда-нибудь вы сможете присоединиться ко мне. Вера объяснила мне, что я могу продать ей магазин и освободиться от всех забот. Теперь я честно тружусь вместе с другими людьми, которые помогают друг другу. Не злитесь, Нолан. Да, понятно. Обнаружил цель. А, ну иди в задницу. Так, где я еще повоевать могу? Ага. Ну, давайте до тайника сходим. Помощник, мы тебя прикроем. Поддержка с воздуха готова. Ничего себе. Объект на прицеле. Машина, походу, устала. Вскипела. Ну-ка. Ха, нифига, изменилось, будто бы и не было. Что это было? Класс. То, что надо. Так, а ведь я предупреждал, сектанты совсем рехнулись, но я знаю, как решить эту проблему. Я поставил свой лучший мотор на свою лучшую тачку и сваливаю. Я не такой уж и эгоист, я оставил вам кое-что для борьбы с эдемщиками, мою вторую лучшую тачку, полуночницу. Правда, я не помню, где ключи, точно где-то в мастерской. Удачи вам, чуваки, класс. Получаем задание побег. Что происходит? Так, вроде бы все. Пофиг.
Так, я где-то тайник должен тут найти еще. Ое! Да. Привет, это... Черт возьми, младший! Эта штука работает? Работает! Ты все делаешь правильно! И без тебя знаю! Мои яйца дали тебе жизнь, сын! Так что я с тобой разберусь, что и как делаю! Привет, я Хёрк Грабман старший. Я ветеран. У меня есть небольшой бизнес и любимый сын. И я баллотируюсь в Сенат. Монтана дорога мне. И я не хочу, чтобы безбожные хипари превратили ее в Канаду. Они не успокоятся, пока не добьют демократию. А мы не начнем есть чипсы с кетчупом. Эти социалисты-сиропососы пробрались в Америку, притащили с собой 300 родовых местоимений и занимают наши рабочие места. Они плевать хотели на нашу культуру. Эти либерасты хотят забрать наши пушки и позволить нашим дочерям делать бесплатные аборты. Если бы меня выбрали, я бы положил конец этому беспределу на севере. Я сделаю так, чтобы медицина стала безумно дорогой. Я уберу из всех школ уроки французского и потребую, чтобы всех жителей Монтаны, которые родились в Канаде или согласны с ее политикой, депортировали в Калифорнию. И, наконец, я введу более строгие законы об эмиграции и окружу нашу страну ледяной стеной высотой 200 метров и буду убирать по дюйму за год, пока Канада снова не станет американской. Не обманывайте себя. Если вы канадец или тот мерзкий либеральный судья Энди Уокер, который вынес приговор в пользу моей бывшей жены и разорил меня, ваши дни сочтены. Потрясающе, я хочу за него. Он старший, и я одобряю это чертово сообщение. Вообще огонь. Так, я тут животных настрелял, пока стоял, слушал этого потрясающего человека. Господи, лучший президент. Или куда он там баллотируется, неважно, я за него везде проголосую. А чё, животные все, что ли? Видимо, да. Ну и ладно. Давайте прокатимся хоть на машине, которую мы так добивались. Давай, детка, покажи, что ты можешь. Ах ты, хуила. И чё? Вот и чё ты добился этим? Придурок. Да. Немножко прокатимся. А что я еще не взорвал? Сложно. Начинаю обстрел! Бомба!
атакую цель. Да хорош. Ладно, это, конечно, все очень классно и весело, но я думаю, нам пора заканчивать, потому что время уже подходит к концу. Воу! Прям под жопу взорвалось. Так что я, видимо, за кадром как-то попробую уйти от этой погони. Ну и, в принципе, с одной стороны, что нам мешает сохраниться во время этой погони? Ну-ка. Мы же так можем сделать? Ну да, можем, потрясающе. Меня, значит, все устраивает. На этом мы закончим и в следующей серии продолжим. Всем пока!